Известный финансист и блогер Слава Рабинович уже несколько дней гостит в Украине. Он уже побывал в Киеве и Львове, а сегодня приехал с лекциями в Харьков. Рабинович говорит, что воочию убедился, ни на западе страны, ни в центре, ни на востоке никто не угнетает русскоязычное население. В Харькове, ну вообще практически русский язык везде. Я, где бы то ни было, разговаривал по-русски. Если кто-то говорит по-украински и видит, что я заговариваю по-русски, сразу переходит без проблем на русский язык. Ну, то есть, это реально высосанная с пальца проблема. То есть, это не проблема, это явно высосанная с пальца идеология, которая сделана в лучших традициях КГБ. Слава Рабинович окончил бизнес-школу Нью-Йоркского университета. И он видит, что санкции, введенные цивилизованным миром против России за аннексию Крыма и захват части Донбасса, очень даже действуют. При этом самому Путину уже совсем не сладко. Если мы говорим об экономическом положении России, он уже подавился. Если мы говорим о каких-то больших катаклизмах, которые кто-то может предположить, скорее всего, подавятся еще больше. Но мне кажется, что сейчас там реальная паника в Кремле. Впрочем, считает Рабинович, ожидать смены политики по отношению к Украине от Путина, пока тот находится у власти, не стоит. Виталий Лапскир, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».